Доброе утро, уважаемые коллеги. Как известно, тераностика представляет собой область интегральной медицины, в которой для диагностики и лечения заболеваний используется одна и та же технология. Вообще, использование тераностических подходов в онкологии, сама идея этого использования, она не нова. И, конечно же, в первую очередь связана с применением 131 йода для лечения рака щитовидной железы. Соответственно, сама идея уже примерно около 60 лет. Тем не менее, сам термин тераностики был, возможно, впервые использован в 2000 году в одной из совсем первых работ, посвященной применению и развитию диагностических методов, непосредственно связанных со специфической терапией. На данном слайде представлено число публикаций, посвященных проблемам тераностики. Но в первую очередь, конечно, это публикации, посвященные использованию технологии ядерной медицины тераностики. И мы на этом слайде видим, насколько увеличивается число работ, посвященных проблемам применения тераностики в клинической практике. В первую очередь, когда мы, конечно, говорим о тераностике в ядерной медицине, то здесь одна из основных ролей, конечно, принадлежит тем радионуклидам, которые мы применяем для лечения онкологических заболеваний. И здесь мы видим вот те требования, которые необходимы для того, чтобы радионуклид мог применяться в терапии. Существует, как мы знаем, целый ряд радионуклидов, относящихся к различным классам. Это и бета-излучатели и альфа-частицы, и перспективную группу представляют радионуклиды, которые связаны с электронами АЖ. Вот здесь представлены возможности в нашей стране производства радионуклидов. Мы видим, что, в принципе, эти возможности достаточно высоки. И вот совсем недавно, например, был зарегистрирован лютеций в качестве активной фармацевтической субстанции в Москве. Завод медрадиопрепарат может теперь производить эту субстанцию, и она входит в реестр активных фармацевтических субстанций. Здесь представлены характеристики различных бета-эмиттеров. Это наиболее часто применяемые, как мы знаем, радионуклиды для терапии. И в первую очередь, конечно, здесь речь идет о лютеции и меди-67, которые имеют оптимальные физико-химические показатели для применения в клинической практике. Вот здесь представлены преимущества и недостатки меди-67. Этот радионуклид в настоящее время практически не используется в клинической практике, хотя он является очень перспективным и, в общем, не уступает лютецию. Он имеет оптимальный период полураспада, несколько меньше, чем лютеция, порядка 3 дней. И так же, как и лютеций, этот радионуклид обладает гамма-спектром. Энергии его гамма-излучения составляет примерно 184 килоэлектрон-вольт, что позволяет получать достаточно хорошее изображение, сцинтиграфические изображения. Его тераностической парой является 64-я медь. Радионуклид также циклотронного производства, который можно нарабатывать на циклотроны с энергией до 20 мегаэлектрон-вольт, то есть на обычных медицинских циклотронах, что обеспечивает очень хорошую логистику, потому что этот изотоп имеет период полураспада порядка 12,5 часов. Недостатком является, конечно, в первую очередь дорогое сырье, что ограничивает наработку этого радионуклида. Относительно небольшая удельная активность, сложность наработки больших количеств.
Сейчас уже существует технология получения меди 67 в достаточно больших количествах на циклотронах с энергией от 30 до 100 мегаэлектрон вольт с использованием масс-сепаратора, что, может быть, действительно позволит использовать этот радионуклид в большем количестве и таким образом обеспечить возможность применения его в клинике. Ну, в настоящее время работ по применению меди 67 в клинике очень мало. Вот одна из таких работ представлена здесь. Это, пожалуй, вот единственная работа, которую удалось найти по применению меди в 67 в клинической практике у пациента с раком мочевого пузыря с введением препарата непосредственно в мочевой пузырь. Перспективную группу представляют собой альфа-эмиттеры. Это целый ряд радионуклидов. В первую очередь, конечно, это актиний-225. Эти радионуклиды имеют существенный ряд преимуществ по сравнению с бета-эмиттерами. В первую очередь, это очень высокий показатель линейной передачи энергии, который в десятый раз превышает таковой для бета-эмиттеров. И, соответственно, этот показатель связан с высокой относительной биологической активностью, которая также во многом превышает таковой показатель по сравнению с бета-частицами. И, как мы знаем, в отличие от бета-частиц, альфа-эмиттеры вызывают двустепочечный разрыв ДНК в опухоли, и таким образом это обеспечивает полную гибель опухолевой клетки. А недостатками, конечно, альфа-эмиттеры имеют не только преимущества, но и недостатки. И одним из таких, в первую очередь, одним из наиболее важных недостатков является большой дефицит этих элементов, невозможность их производить в больших количествах. Так, например, актиний 225 в мировой его производство обеспечивает лечение, ну, может быть, чуть более 100 пациентов в год. Также недостатком является достаточно высокая токсичность, например, того же актиния, связанная с тем, что при делении альфа-эмиттеров образуется ряд дочерних радионуклидов, которые обусловливает токсичное действие на пациента. Например, актиний при его делении образуется 221 франций, которые имеют очень короткий период распада, порядка нескольких минут, но тем не менее обладает достаточно жестким гамма-спектром. Тем не менее, есть выход из положения, и в настоящее время существуют работы, и становится, в общем, все больше и больше, которые посвящены инкапсулированию альфа-эмиттеров, использованию различных капсул из липосом, вот в виде таких вот нанотрубок, как показано внизу вместе с гадолинием, что позволяет уменьшить общетоксическое действие актиния на пациента. Перспективным радионуклидом также является Астат 211, это также альфа-эмиттер. Он обладает лучшей химией по сравнению с актинием, потому что это не металл, это галоген. По своим свойствам он, естественно, близок к йоду. И так же, как и йод, он может транспортироваться через тот же симпортер в щитовидную железу. И, в принципе, существуют работы, хотя их достаточно немного, по применению астата в качестве аналога 131-го йода с использованием НИП, либо в качестве астата хлорида для лечения рака щитовидной железы. Вот здесь представлены работы из PubMed, и мы видим, что, в принципе, число работ, посвященных астату, увеличивается. Это действительно достаточно перспективный радионуклид. Внизу представлена таблица, где показаны те сайты, где в Европе, которые могут производить астат 211, их довольно много.
Он на территории нашей страны, это в первую очередь, это Курчатовский институт, это политехнический университет Томска, вот как показывает таблица, и также институт в Троицке, институт ядерных исследований в городе Троиц, в городе Москве. Извините, остальные исследования не могут производить, но вот эти два центра, они являются ведущими, Аксинии они производят. Я с удивлением узнал, что наш циклотрон, который установлен у нас, тоже обладает возможностью производить альфа-излучатели, в частности, вот Астат, потому что выяснилось, что у нас тоже есть альфа-пучок, правда, он не используется с 80-х годов. И, естественно, требует восстановления. Это достаточно старая таблица, но мы видим, что центров достаточно много, которые позволяют производить Астат в необходимое количество для клинической практики. В нашей стране одной из проблем, которая не позволяла использовать перспективные радионуклиды, такие как лютеции, медь, актинии, является отсутствие этих радионуклидов в таблице в нормах радиационной безопасности, в которых указана мощность дозы, при которой пациент может быть выписан из клиники. И в настоящее время, к счастью, этот вопрос уже практически решен. Вот здесь представлена таблица, которая будет внесена в нормы радиационной безопасности, надеюсь, в этом году или в следующем, но она уже находится на, вот эти изменения уже находятся на согласовании в Москве, в Роспотребнадзоре. И в ближайшее время, я думаю, что этот вопрос будет решен. Здесь, конечно, далеко не все радионуклиды представлены, например, вот отсутствует тот же висмут-213, который является перспективным тоже радионуклидом, генераторного типа, образуется он из актинии висмутового генератора, является дочерним радионуклидом актиния 225-го. Но, тем не менее, будем надеяться, что наш Роспотребнадзор изменит санитарные правила и нормативы, посвященные использованию лучевой терапии с источниками, открытыми источниками и нейтрализующего излучения, и расширит спектр этих радионуклидов, которые имеют достаточно высокую перспективу в клинической практике. Следующая группа радионуклидов – это эмиттер электронов АЖ. Another group of radionuclide, it's emitters of electrons. They can be used indium-111 because the run of electrons are very short. It's necessary so that emitting source will be close to tumor cell. This is a nanotransporter that can penetrate the membrane of the cell and ensure the радионуклид может оказаться в непосредственной близости от ДНК опухолевой клетки. Здесь просто представлена работа профессора Соболева из Института биологии и гена в Москве. Доклинические исследования на животных с опухолями мочевого пузыря и опухолями шейки матки при контактном введении препарата позволили получить достаточно хороший результат с использованием данного транспортера. Следующий важный момент, конечно, это вид транспортера, то есть вид переносчика радионуклида внутрь опухолевой клетки. И вот здесь выделено, конечно, третий пункт, наиболее перспективен. Это различные полипептидные агенты, такие как антитела, их фрагменты, мини-антитела, дарпины, малые пептиды и так далее. Здесь представлена схема антитела. Мы видим, что она состоит из двух частей. Это кристаллизирующий фрагмент, постоянный для вида животного
И второй фрагмент – это вариабельный фрагмент. Если постоянный фрагмент, нам не очень интересен, потому что он связан как раз с реакцией, комплимент ассоциированной реакции, с иммуногенностью антитела, то вот Фа-фрагмент нам интересен в большей степени. И поэтому при использовании генной инженерии подходов можно убрать или уменьшить FC-фрагмент и оставить только Фа-фрагмент, что, с одной стороны, позволяет снизить время полужизни, увеличить клиренс антитела, а с другой стороны, не потерять его аффинность и сохранить его специфичность. Вот здесь представлены различные фрагменты диател и мини-антител. И, например, при использовании диател время приведения ПЭТ после введения препарата составляет примерно 1-4 часа. А, например, для мини-антител, которые сохраняют часть FC-фрагмента, этот период составляет примерно 18-20 часов. Соответственно, необходимо использовать разные радионуклиды. Если, например, для диател можно использовать радионуклиды с более коротким периодом по распаду, то, конечно, антитела и мини-антитела требуют большего радионуклида с большим периодом полураспада. И наиболее перспективными, конечно, с этой целью для диагностики являются радионуклиды циркония 89 и меди 64. Цирконий, конечно, он оптимален для интактных антител. Его период полураспада составляет 3 дня. И этот радионуклид наиболее часто применяется при использовании интактных антител. У нас в центре в настоящее время идут работы по наработке этого радионуклида и созданию модулей автоматизированного выделения, очистки и радионуклида и синтеза радиофармпрепаратов на его основе. И такая же история с медью, хотя медь не годится для интактных антител, но она может применяться для коротких пептидов, для диатетел и мини-антител, поскольку период полураспада меди составляет примерно 12,5 часов, и также у нас ведутся работы по наработке радионуклида, который с энергией 18 мегаэлектронвольт. Оба радионуклида, учитывая то, что пробег позитрона у них в среде очень короткий, обладает высокой разрешающей способностью, получает и позволяет получать очень хорошее изображение, намного лучше, чем, например, галлий 68. Здесь представлены те препараты, которые в настоящее время зарегистрированы FDA или Европейским агентством в качестве лекарственных препаратов. Но для диагностики и лечения, то есть для диагностических целей в онкологии. Мы видим, что на самом деле ситуация не очень хорошая, потому что фактически вот здесь еще отсутствует Атера. Но, в принципе, в настоящее время зарегистрирован только зевалин, который применяется при лимфомах меченой итриемындием, и лютотера. И вот, в настоящее время большинство препаратов, вот, которые представлены на данном слайде, их очень много, они либо проходят различные стадии клинических испытаний, либо клинические испытания по каким-то причинам были остановлены, либо отозваны регистрационное удостоверение соответствующими регуляторными органами в Соединенных Штатах и Европе. Но, в общем, по объективным причинам, по сути, препаратов для тераностики на основе меченых антител или различных других пептидов достаточно все-таки мало. И это связано со многими причинами, и в том числе, конечно, и экономическими. Таким образом, перспективы развития связаны, в первую очередь, с поиском новых мишеней, с разработкой новых молекул, совершенствованием технологии получения и увеличения доли радионуклидов металлов для позитронной эмиссионной томографии, увеличения доли альфа-эмиттеров,
и, конечно, совершенствованию технологии получения диагностических и терапевтических радиопрепаратов с увеличением выхода и улучшением их качества в плане, например, вот, их стабильности. Спасибо большое за внимание.